Ром! Ром, ну постой, давай поговорим. Почему ты не хочешь со мной поговорить? Девушка тут то самое ко мне пристает, скажем так. Ром, ты что, трус, что ли? Ты что, совсем делаешь? Уже совсем с ума сошел? Ты же сегодня болеешь. Почему ты ходишь по улицам? Где твой больничный? Когда я смогу увидеть ребенка? Почему ты не можешь мне ответить на эти вопросы? Рома, я прошу тебя, остановись, давай поговорим. Ты же обещал мне, что мы сможем нормально общаться, Ром. Ну, Рома, что ты убегаешь, я не понимаю. Сколько я должна с тобой бегать? Чего ты добиваешься, Рома? Почему ты не берешь трубки? Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Почему ты убегаешь? Ром, я хочу увидеть свою дочь. Рома, сколько можно скрывать ребенка? Ну остановись ты. Рома, ну мы так ничего не решим, ну сколько можно? Но я тебя прошу, Ром. Почему ты не можешь со мной поговорить? Почему ты выходишь? Ты что, не можешь нормально обсудить ничего? Почему ты не пришел на суды? А? Ты не хочешь, чтобы у Ксюши была мама? Тебе совсем никого не жалко? Ром, ну сколько это может длиться? Ну что ты добиваешься? Я живу в Новороссийске. Я хочу общаться с Ксюшей. Почему ты не даешь мне этого делать? Почему ты не можешь встать просто поговорить со мной? Где у тебя совесть вообще? Сколько можно издеваться? Рома! Ром, ну я ведь к тебе нормально отношусь, послушай. Ром, ну мы ведь с тобой пытались разговаривать. Почему ты сейчас не можешь поговорить со мной? Рома! Чего ты добиваешься? Ром! Ром, ты будешь бегать от меня так, да? Долго ты собираешься еще бегать? Ты долго хочешь бегать от меня? А? Роман Борисович. Главное, что ты хорошо себя чувствуешь, конечно. Это самое главное. С тобой все в порядке. Я хочу знать, как чувствует себя Ксюша. Ром, скажешь мне? Ром, что ты делаешь вообще, а? Со всеми? Что вообще у тебя на уме? Ты можешь мне сказать? Зачем ты вообще все это делаешь, а? Ну ты сам-то вообще еще не сошел с ума? А? Роман Борисович решил зайти через проходную.
чтобы скрыться от меня за решеткой, чтобы я не могла его достать. Молодец.